Добрий вечір, друзі. Програма «Вперед, Миколаїв». На минулому тижні муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зіграв свій черговий поєдинок. На виїзді у Києві ми грали проти місцевого «Арсеналу». На жаль, ми поступилися з рахунком 0-1, хоча особливо у другому таймі команда грала добре, були моменти, трохи не пощастило. Що ж, перемоги попереду. А зараз перейдемо до бойових іскусств. І сьогодні це айкідо. 18 березня наша знімальна група побувала на семінарі у миколаївському клубі айкідо «Айкікай», який має назву «Бансай». Ми були раді дізнатися, що айкідо у Миколаєві не тільки має багату історію, а й продовжує свій розвиток. Приїзд на семінар президенту асоціації айкідо «Айкікай» України Ігоря Шмигіна, який є легендою для всіх, хто займається айкідо в Україні, зібрав, як в принципі і кожного разу, багато прихильників айкідо. Чоловіки, жінки, діти Миколаївської асоціації багато чому змогли навчитись у цей день. А про історію і досягнення саме Миколаївської асоціації нам розповів її президент Юрій Садовничий. Юрій Анатолійович, сьогодні ми понемногу также стараемся показать людям, что в Николаеве действительно айкидо развивается. И история насчитывает на Николаевщине уже более 20 лет. Какие за это время уже есть результаты? Об этом хотелось бы поговорить. В двух словах это не скажешь, потому что история – это уже история. И она имеет свое начало в начале 90-х годов, когда впервые появилась ощущение того, что нужно что-то изучать. До этого я 18 лет изучал киокусинкай и практиковал. Через некоторое время, несколько лет прошло такого тяжелого поиска, я написал письмо Игорю Юрьевичу в Киев. Он мне говорил: приезжай, посмотришь, увидишь. И фактически 95-й год, это начался такой уже реальный старт развития. Первые семинары в Киеве, в Днепропетровске, Донецке, Крыму. На сегодняшний день мы подошли к такому этапу, когда у нас уже больше 20 черных поясов. Это уже очень солидный выпуск. Мне повезло, я могу так сказать. Меня представили на пятый дан, и японская хомбудодзё лично дошу подписывал присвоение. Это один из первых случаев, потому что второй случай, это наш тоже гость здесь присутствующий, это президент Одесской федерации айкидо Толчинский Сергей, тоже пятый дан получил в этом году. У нас четвертые даны есть, третьи, вторые. То есть, полный набор, полная обойма черных поясов. И в этом году мы продолжаем свой рост. Осенью будут представляться еще ученики. Тоже на черный пояс первый дан, на второй дан. Вы функционер, и у вас достаточно много людей всех возрастов. И дети, и взрослые, и женщин мы здесь видим. Тяжелая ситуация сейчас, в принципе, в Украине со спортом в плане финансирования. Как удается оставаться на плаву? За счет чего держитесь? Это очень хорошее отношение директора клуба «Мужество» с детско-юношеская спортивная школа «Мужество». Разрешение практиковать там дает нам возможность вести вполне регулярные занятия. На сегодняшний день это, на мой взгляд, очень редкий, просто редкий случай. Это такой альтруизм по-своему. И, наверное, желание тех, кто практикует. У нас есть ученик, он уже инструктор, который приезжал практически 3 раза в неделю с Вознесенска, чтобы заниматься. Сейчас он там открыл свой клуб. Это получается региональное наше представительство, клуб «Юдзиро», как он его назвал. Еще маленький клуб, только заложившийся, но они очень стараются, я думаю, что не разовьются. У нас также открылись еще клубы «Каннагара», клуб «Кайсун». Это все наши инструктора, которые прошли тоже дистанцию от белого пояса, понимание того, на какой тяжелый путь они идут, потому что тренерский путь – это путь… Это крест, реально крест. И самое главное, это авторитет результатов и нашего старания. Это то, что у нас нет травм, то, что наши дети, которые у нас тренируются, и люди в возрасте, которые у нас тренируются, они получают весь материал. Я стараюсь это давать с тем качеством, которое даст им ощущение удовольствия, удовлетворения. То есть принцип такой: закончил день –
Должна болеть голова от того, что ты набрался так много материала, а не тело болит от того, что ты устал. И усталость должна быть очень высокого, хорошего качества. Это должно быть счастье познания. І, звичайно, ми поспілкувалися з самим Ігорем Шмигиним, який справив неабияке враження не тільки на тих, хто сьогодні з ним тренувався, а й на нашу знімальну групу. Игорь Юрьевич, ну вот только что я слышал, как вы говорили ученикам о том, что 44 года занимаетесь айкидо и до сих пор не понимаете айкидо. Как это? Вот так. Вы представляете, когда выходишь на татами и сидят люди, которые думают, что приехал какой-то мастер, и ты выходишь, и на тебя смотрят там сколько-то глаз, сотни глаз, это такой мандраж. И думаешь, они же знают все больше, чем ты. И с чего начинать? И вот с чего начинать? А потом начинаешь расхаживать. Это знаете, как человек взбирается в гору. Вот он стоит у основания горы, да? И думает, я все знаю. И видит от себя, ну сколько он видит? Ну 5 метров, правда? 10 метров вперед, 20, ну 100. Ну за 100 он уже не увидит тот камушек, правда? Да. Потом он немножко научился чуть-чуть, поднялся чуть выше в гору, да? И он уже видит не 100 метров, а 200 метров, да? И взбирается в гору. То есть, и он все больше видит, а года же идут. И вот он взбирается, взобрался на эту гору и думает, я вижу все. Да, он видит очень далеко, и там горы, и там горы. А ведь обратную сторону земли он не видит, правда? То есть, если ты хочешь стать профессионалом, просто взбирайся в гору, изучай это ежедневно, взбирайся, тренируйся, совершенствуйся. То есть, чем больше ты занимаешься, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. То есть, ты обратную сторону не увидишь. Даже с помощью зеркальца. И все-таки очень важно здесь, вот то, что мы увидели, невероятно классная атмосфера царит, и абсолютно нет никакой агрессии, несмотря на то, что это все-таки боевое искусство. Он абсолютно не агрессивный, возможно, за счет него можно будет побороть вот эту агрессию в современном обществе. Да, это боевое искусство. Да, это действительно так. Айкидо, я очень много читаю лекции за рубежом о айкидо и бизнес, айкидо и боевое искусство, айкидо и самозащита, айкидо и силовые структуры. Это действительно так. Но айкидо не панацея. Вот во многих странах айкидо преподают в тюрьмах, где сидят подростки, осужденные за убийство. Вот только вдумайтесь, сидят подростки, осужденные за убийство. Вот, в Голландии такое. Да, в Голландии. Вот я имел честь там даже преподавать, очень интересно. Ты выходишь на татами, и первое, что на тебя смотрят враждебные глаза, которые не понимают, что ты хочешь. А ты им сразу говоришь, а почему вот ваша обувь стоит неправильно? А давайте вот поставим вот правильные, вот давайте с этого начнем. Они поставили обувь, все, они уже твои. И ты дальше говоришь, а ты за что осужден? А я там убил, там вот так-то. Ну, плохо это, ну что делать, ну это твоя жизнь. А хочешь, я тебя научу профессионально убивать? Он на тебя смотрит, думает, как это, да? Ты ему даешь нож или имитацию. Вот смотри, давай, вот ты меня атакуешь, а я буду защищаться. Вот атакуй. Он тебя атакует, и ты чих-чих-чих зачекает, да? То есть ты играешься, у него глаза, как это может быть, как это может быть? А потом ты говоришь, а хочешь я тебя вот так научу? Он, да. То есть первое, да, он сказал, когда тапочки поставил, и второе, да, когда он говорит, да, я хочу. И вот с этого все начинается. Все, он твой. А давай для этого сначала мы вот это изучим. А вот давай сначала вот это изучим. А давай научимся ходить. И все. И человек меняется. Вы понимаете? Психология человека меняется. То есть не надо использовать силу. Не надо на агрессию отвечать агрессией. Айкидо – это принцип использования агрессии другого в его же целях. Есть несколько принципов айкидо. Первый принцип гласит, что айкидоист несет ответственность за ненанесение вреда своему противнику. Почему? Потому что вот, ну, вот я иду по улице, да, вот смотрите, я седой, да, я в очках, у меня немного болит нога, там я иду, да, и вот почему-то они посчитают, что меня можно забрать деньги, да, ну, теоретически. Ну, или сказать, да, да, дядя там, что-то маленького обижаешь, правда? Второй вариант, этот же человек идет, расправив плечи, правда,
тот же седой, тоже в очках, но он идет и улыбается. Он не самоуверен, правда? А он уверен, у него плечи. Вероятность уже меньше, что к нему пристанут, правда? Ну да. Вот так же я и детям объясняю. Старайтесь идти с прямой спиной, быть уверенным в себе. Эту уверенность надо отрабатывать на татами. И будет меньше вероятность, что агрессия пристанет к тебе. Айкидо – это потрясающий вид единоборств. Просто потрясающе. Все единоборства потрясающие. И карате, и тхэквондо, и дзюдо, самбо, бокс. Все, чем занимаются люди, это все хорошо. Очень важно, чтобы они попали в руки профессионалов, а не шарлатанов. Вот болезнь наше общество – это профессионализм. Это, к сожалению, очень много шарлатанов. Погоня за деньгами и просто массово. Да. Да. Есть приоритеты. Какие ты ставишь приоритеты? Что ты хочешь достигнуть? Либо ты хочешь достигнуть своего мастерства роста. Ты должен быть профессионалом. К большому сожалению, непрофессионалов очень много. В том числе и в айкидо. Он походит полгода-год на какую-то тренировку. Он увидел, что здесь есть дети. Он пошел куда-то в ЖЭК или пошел куда-то в школу. Открыл свой клуб и преподает. И деньги он укладывает куда? В карман. Не в, просто, не в развитие. Он работает на себя. Да, он кормит семью. Да, он может поехать куда-то. Да. Но это дорога в никуда. Потому что в любом деле надо развиваться в обществе, в социуме. И, к большому сожалению, у нас этого нет. Почему? Потому что нет основополагающих законов. Вот, например, продавать бензин надо иметь лицензию. Продавать машины надо иметь лицензию. А работать с детьми, преподавать боевое искусство, лицензии нет. Ну нет ее, понимаете? И вот каждый крутит так, как он хочет выкручивать. А это возможность психологических травм, физических травм. Я, например, в своей машине знаю, там, как номер закрутить или еще. Я не полезу в BMW ремонтировать там инжектор, да? А они лезут. Вот машина и не едет. Это болезнь общества, не профессионализм. Но все равно с оптимизмом вы смотрите, потому что да. Каждый раз приезжаете, видите, сколько детей приходит. Да, конечно. У меня был дедушка уникальный, у него 12 детей было. Он всегда говорил так: делай добро и не жди благодарности, она всегда сама придет к тебе. Поэтому надо всем людям просто делать добро, делать, несмотря ни на что, делать. И не падать, знаете, некоторые говорят, не падать духом. А я говорю, не падайте воздухом, і все буде добре. Наша програма, друзі, бажає вам такого ж позитивного та гарного настрою, як у клубі «Бонсай». Творіть добро, вперед, Миколаїв!